Доброго дня, шановні глядачі та слухачі інформаційної агенції «Голоси». І нагадую, що ми знаходимося в Києві, ми знаходимося в прямому ефірі. І сьогодні у нас є Віталій Козловський. Доброго дня, Віталіку. Ну, в принципі, я готувався минулу ніч, готувався до цієї зустрічі, штудірував Вікіпедію, все остальне, піднімав архіви. Вночі? Вночі, так. Да. Готувалися? Мене було б сьогодні. Але всі мої потуги не знадобилися, тому що питань від мене майже не буде. Ось питання. Все, знаєте, просто завалили. Тож, не будемо втрачати час. Будемо відповідати на питання. Здравствуйте, Віталій, хотіло б немного воспоминаний. В детстве это про счастье и добра. Какое ваше самое раннее воспоминание из детства, желательно доброе? Самое раннее воспоминание из детства? Доброе. Если я вам скажу, мне никто не поверит. Убедите нас, называется. Я не буду убеждать, я просто скажу, как есть. Потому что даже моя мама этому удивляется. Я помню прекрасный солнечный день, помню ковер с цветочками, белый такой. И я помню, боже, сейчас будет так пошло звучать, как я сосу у мамы грудь. То есть я не знаю, сколько мне было... Ну, мама говорила, что я до полутора годиков как бы просил кушать грудь. То есть еще другого? Я это помню. Вы можете себе представить? Ну вот, как бы вот, иногда такие аномалии в жизни людей случаются. И вообще, я действительно свое детство очень ярко помню. Я помню больше, знаете, даже... А каким оно было? Какие-то свое, наверное, отношение к жизни я помню. Я замечал то, что, наверное, не замечали очень многие люди. Как растет, там, зацветает сирень, как там... Зеленеет трава, как поют птицы. Я на это все очень сильно обращал внимание, меня это всегда очень сильно радовало. Вот. А детство мое было, ну, знаете, если говорить со стороны, может быть, внешней, обычным, а если со стороны моей духовной, душевной, внутренней, оно было самым необычным детством. Потому что, когда я в детстве встречался там со своими друзьями, мы гуляли, там, потом уже была школа, и мы говорили там о детстве тоже, воспоминания были, то все какие-то вот в основном говорили, а у меня детство какое-то было плохое. Меня всегда это почему-то поражало, как детство может быть плохим. Хотя там, когда мне было, да, 6 лет, это все равно детство. Yeah. И мы вспоминали там, например, когда нам было по 4 года. Ну и мы считали, что это было детство. Не знаю, мое детство было шикарным, и на сегодняшний момент, когда я приезжаю в гости к своей сестре, и мы вспоминаем, как бегали друг за другом с тапками, там, ругались, бились, спорили, отбирали друг у друга жвачки какие-то. Не знаю, это всегда приятно вспоминать, это всегда вот этот эффект беззаботной какой-то жизни, и ты понимаешь, что... кроме, как люди любят называть, жизненных проблем, в этой же жизни есть более приятные, более светлые вещи. А, Виталий, тебя поздравляю с выходом нового клипа. Интересуюсь следующим вопросом. Какие планы на осень, кроме Соляка в Киеве? Не планируете ли вы тур по Украине? И очень хотят вас видеть в Запорожье. Что вы скажете городу Запорожье? Боже мой, дорогие мои поклонники, я уже совершенно, вот буквально вчера, позавчера написал об этом в Твиттере. Вы у меня самые красивые, самые талантливые и самые преданные. Потому что когда в очередной город приезжаю, мне дарят, кроме цветов, улыбок, аплодисментов, но и рукодельные изделия в виде там вышивок, на которых изображен я, это не то, что приятно, это безумно приятно. Я уже тоже сообщил всем, что это пойдет в музей. Мой музей. Кстати, география, ну, насколько понял, по следующему вопросу, география твоих поклонников не ограничивается только Украиной. Слушай внимательно вопрос. Привет, Виталик. Поздравляю с премьерой. Клип и песня просто супер. Есть два вопроса. Планируются ли клипы на песню «Будь со мной» и «Милая моя»? И когда тебя ждать с концертами? Угадай, где? В Запорожье? В Израиле. Ага, в Израиле. Запорожье? Я просто не акцентирую внимание на том, что вы спрашиваете, там, Запорожье, Израиль, Москва, Кишинев, я не знаю, какие там города еще могут быть.
Была бы моя воля, я бы приехал во все города и по 150 раз на месяц. Вот. Но физически разорваться не могу, с одной стороны. С другой стороны, как бы не всегда все зависит от исполнителя. Все-таки в каждом городе существуют свои организаторы, свое правительство городское, которое отвечает за массовые праздники, которые проходят. Ближайшие у тебя планы? Ой, ну самые ближайшие, это, собственно, уже все ответили. Сейчас основной удар и основная моя творческая деятельность направлена на сольный концерт. Вот, к нему я готовлюсь. Буквально, буквально со следующей недели начнутся репетиции, можно даже так сказать, с симфоническим оркестром, так как на сцене будет около 15 человек-музыкантов, бэк-вокалисты, танцоры. А интересно, какие еще сюрпризы, кроме оркестра? Ну, вероятно, дуэты. И это будут совершенно новые песни, абсолютные хиты новые. И совершенно другой я. Ну, я не могу быть абсолютно другим. Наверное, неправильно я сказал. Я буду таким, какой я есть, но с абсолютно другим внутренним подходом к своему делу. А когда мы меняемся изнутри, а мы меняемся и снаружи, правильно? Что поменялось? Что поменялось? Ну, как минимум, моя прическа. Внешность, да, это мы заметили. Да. Что поменялось? То есть, там внутренняя психология. То есть, ну, конечно, поменялся репертуар, поменялась глубина репертуара. Поменялось, может быть, отношение к жизни, если, например, ну вот можете себе представить, вы приходите на работу и нервничаете. И думаете, я сегодня сделаю что-то такое, чтобы понравиться там шефу и другим сотрудникам. Ой, и вы, этого, и чтобы понравиться шефу, не обязательно работать, вы знаете, можно. Ну, кто о чем? Я, собственно говорю, говорю сейчас о деятельности. Вот, и вот если раньше мне очень сильно хотелось там нравиться всем, то на сегодняшний день, может быть, в силу своего взросления какого-то, становления, я успокоился. Я понимаю, что всем нравиться я не смогу. Прыгнуть на данный момент выше того, кем я есть, я не смогу тоже. Но я всегда в поисках. Поэтому я просто расслабился и делаю свое дело на сегодняшний день настолько, насколько я его могу сделать профессионально. На все 100% с полной отдачей. Виталий, вопрос, ну, возвращаясь опять же к старой неприятной истории. Когда вас отняли песни, возникало ли желание бросить все, в том числе шоу-бизнес, и чем вы бы хотели бы заниматься? Второй, это первый вопрос. И второй, давайте мы по порядку. Возвращаясь к той истории. Если бы мне, наверное, давали бы значительно больше, вот тогда бы я, наверное, бы и захотел все бросить. У меня обратная реакция в жизни. Когда тебе очень чего-то много дают, ты этим насыщиваешься, и тебе этого не хочется. А когда у тебя что-то отбирают, ты даже не назло, а просто...